Так, надвигается, надвигается. Началось времечко штормов. Сегодня у нас передают, что будет очень сильный-сильный шторм. Так что сказали, готовьтесь. У нас небо потемнело. Вот видно, но идет с этой стороны вот эта вот полоса. Там как бы чисто. С этой стороны вот натягивает все. И с оттуда во все натягивает. Так что может пройдет, но ночью надо готовиться. На ночь это все будет дело надвигаться, потому что сейчас уже 6 час вечера. И с этой стороны. И я сюда пришла, чтобы закрыть свои помидорчики. Буду ставить опять эти чашечки, потому что если будет шторм, то это будет с этими градом, этим ледяными этими шарами будет сыпать. Так что поломает все на свете. Так, ладненько, по-быстренькому сейчас будем делать. И вот оно, вот оно, вот оно начинается, начинается. Тянет, тянет. Тучи такие уже находят. Гремит, начинает греметь. Никогда не известно, что и как будет. Прогноз погоды говорит, что будет шторм, а как там уже это все это будет, неизвестно. Будем надеяться, что пройдет легко, так скажем. Ну, в такие ситуации обычно у большинства в домах есть бейсмент, называется такой, как бы нижний этаж, он подземный. У нас нету. Но у нас есть гаражная яма. Она такая глубокая, крепкая, так что если что, будем туда спускаться. Ну, будем надеяться, что... Я хочу сказать, что у нас здесь как бы, ну вот именно где наш дом, всегда, если шторм, торнадо, допустим, если идет, то проходит как-то мимо, потому что торнадо, оно по равнине в основном как бы идет, а у нас как бы в низине немного наш дом находится. И вот видно такой как бы пригорок, да, и за домом у нас пригорок. Ну, будем, ну, всегда, всегда, обычно всегда обходит. Другими путями идет. Ну, а так, в такие, конечно, моменты всегда все наготове. Самое главное, документы, деньги, бриллианты, диаманты, все с собой. И если что, то вниз. Документы, это ж обязательно. Потому что случаи, конечно, уже показали на прошлых примерах очень печальные исходы, поэтому... Желательно самое такое нужное, необходимое всегда с собой. Самолет полетел, как с перепуга, с переляку, со скоростью. Быстрее, быстрее на посадку. Прям со скоростью, никогда так самолеты со скоростью не летали. Но обычно медленно, потому что у нас аэропорт здесь недалеко. Обычно не так медленно. А это... Прямо скоростной какой-то. Но он пошел на... Да-да-да, пошел на поворот. Пошел на поворот. Где-то сейчас будет приземляться. Там у нас аэропорт один большой. Есть небольшой один, еще маленький, недалеко. Успел. Вот она у нас красавица. Такая. Закуталась. Скажи, холодно. Потому что холодно. У нас прошел шторм, но слава богу, все хорошо. Ничего не было, никаких катастроф не приключилось, все нормально. Немного дождь покапал, ветер, правда, очень сильный. И очень сильно похолодало после этого циклона. Циклон, в общем, холодный. У читы глаза зеленые светятся. Чита.
Ты прям как на Хэллоуин собралась. Ну, прям, ну, точно. Ну, вроде бы еще далеко до Хэллоуина. И поэтому все замерзли. Все замерзли. Повключали мы хитры. Вот он греется, потому что действительно холодно. Температура упала с 28 градусов. Было тепло. Упала до... Надо посмотреть, сколько. Ну, холодно. Сейчас ночью градуса, наверное, 10 будет. Эрозия. Тоже замерзла. И Рози примерзла. Вот так мы все закутались. А у Рози глаза красные. Чё ты почему-то зеленая, а у Рози красные. Рози, почему у тебя глаза-то красные? Вы мои Хэллоуин папи. Хэллоуиновские вы мои собаки. Интересно, надо свет убрать. А, без света темновасто. Темновасто. Читочка спит. И Рози спит. Все, вот так вот. Вот так они у меня спят, две подружки. Чита и Рози любят спать у меня здесь в спальне. Они вдвоем, а Лесси с Эпполом они спят отдельно. Вот как-то почему-то, я не знаю, они привыкли так. Так что самые такие две спокойные собаки вместе, а те, которые такие беспокойные у нас, такие, которые проблематичные у нас, те вместе тоже компанию друг другу составляют. Розалия. Сонная. И Читочка. Да ты мой золотой. Ну такая же уже жалебная собака. Ну жалебная такая. Не знаю, правильно сказала слово жалебная или нет. Правильно? Да, Рози, да, Чита. Чита. Так что вот такие у нас дела, в общем. Шторм прошел мимо. Слава тебе, Господи, все нормально. Так что живы, здоровы, все хорошо, все. Правда, погода сильно испортилась. Очень сильно похолодало, а так все нормально. Все нормально, все.